Добро пожаловать на главное событие Лягушачьего Королевства – Олимпийские игры. Этот год особенный, ведь в качестве награды победитель получит в жены принцессу. На старт! Внимание! Марш! Каждый год они выбирают лучшего. Но на этот раз тех, кто решил побороться за сердце принцессы, ждет большой сюрприз. Не люблю я сюрпризы. В расписании нет никаких сюрпризов. Не хочу я замуж, я хочу свободы! А? Неожиданное заявление-то. Теперь... Помни наш план. Мы регистрируемся среди участников как парочка простых парней. И когда мы выиграем, я выйду замуж за того, за кого захочу. Чтобы опередить женихов... Слушайте сюда, доходяги. За эти три дня я вам покажу, как становятся настоящими олимпийскими чемпионами. Я больше не могу. Я хочу домой, к маме. Ей придется поднапрячься. Будем качать железо, упражняться. Только так можно победить. Извини. Смотри, куда садишься. Вот это хук правый. Готовься. Сегодня тренируем желудки. Ненавижу змеи. Есть от чего разозлиться. Я столько ждал, чтобы отомстить королю лягушек. Меня не испугать. Не приближайся. Да начнутся игры. Похоже, наши игры обречены, если только вдруг не появятся какие-нибудь герои и не спасут нас. А? Героев вроде вот этих? Ты готов к битве? Еще как. У каждой лягушки. Эй, никому на свете не позволено есть лягушачьи лапки. Я еще ни разу в жизни не видел такой храброй лягушки. У, он его сделал. Бывает свой звездный час. Не нужна мне никакая свадьба. Все, что мне нужно, это друг. Лучший друг. Это так не по-лягушачьи. Бонзай. Вот это поцелуй. Это было потрясающе. Я буду сама решать свою судьбу. Давай уже, приземляйся. Ты такое раньше видел? Дочь пропала, мы остались без главного приза Олимпиады. Может, меня переодеть в принцессу? У нас фигуры один в один. Принцесса-лягушка. Не стесняемся, фотографируемся. Снимки потом будут отправлены принцессе. Как вам лицо будущего короля? Бедная принцесса. Смотрите в кинотеатрах в 3D и 2D.